Если люди друг друга хорошо понимают и чувствуют, то они чувствуют и отрицательное состояние, которое человек переживает, и положительное состояние, которое человек переживает. Но вот это уровень этого понимания возникает только в тот момент, когда есть взаимная вовлеченность, взаимная заинтересованность, да? Когда вы человеку нужны, и он чувствует вашу нужность. Если вы с человеком не находитесь в таком взаимном как бы проникновении, понимании, вот, не способны его друг друга реконструировать, правильно чувствовать там, и так далее, то вы можете и с негативными эмоциями, и с положительными нарваться на неадекватную реакцию. Вы говорите, мне тревожно, этот человек говорит, перестань, ты что, дурак. Вот, это так. Радость, говоришь, ой, у меня такая радость, у меня там вот это случилось. Ну и что, у меня вообще полное. И все.